Всем привет, ребят! И сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный, полезный, традиционный американский завтрак. Нам понадобится овсянка, различные орехи, молотая корица, мед и яблочный либо персиковый сок. Первое, что нам нужно сделать, это размельчить орехи. Далее мы соединяем орехи и овсянку. Далее жидкие ингредиенты. Смешайте мед, сок, масло, корицу, соль и перец по вкусу. Поставьте на огонь и, помешивая, дожидайтесь, пока все ингредиенты соединятся, а соль растворится. Кипятить ничего не нужно. Теперь вливаем горячую жидкость в сухие ингредиенты и хорошо все перемешиваем. Далее мы выкладываем форму, застеленную пергаментом, хотя это не так уж и важно. Выпекаем в духовке при 160 градусах 40-50 минут. Доставайте форму через каждые 10 минут и хорошо все перемешивайте. Это нужно для того, чтобы гранула хорошо и, главное, равномерно пропеклась. После того, как вынули гранулу, дайте ей полностью остыть. Во встывшую гранулу добавьте сухие ягоды и снова все перемешайте. Ее едят и с молоком, и свежими фруктами на завтрак, добавляют йогурт и получают самостоятельный десерт, что сейчас мы и сделаем. И на этом все, получилось очень здорово, а самое главное, полезно и вкусно. Не забывайте подписываться на мой канал, обязательно ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и всех целую, до скорых встреч!